Девочки, я всех приветствую на мастер-классе по вязанию кардигана с калькулятором. И в этом видео мы с вами рассмотрим, как сделать петли в планке, если вы решили свой кардиган сделать с пуговицами. Так, давайте определимся, что же у меня здесь на спицах. То есть я вязала свой кардиган без пуговиц, то есть мне не было необходимости вывязывать петли. Для вас я покажу. То есть представьте, что у нас вот здесь идет полочка, от нее мы набрали петли и вяжем планку. То есть вот она, наша вертикальная планка, на которой мы сейчас вывяжем петли. Провязали какое-то количество петелек до того места, где вы планируете свою пуговку. У меня пряжа вот такая вот шнурковая, я бы сказала, фантазийная. То есть ее надо вязать рыхло. Кто-то мне писал, кстати, в комментариях, что резинка очень неаккуратная. Вы знаете, мне очень нравится моя неаккуратная резинка. То есть ее вот этот вот вид такой расхлябанный придает какую-то гламурность, что ли. Но тут на вкус и цвет товарища нет. Представим, что вот здесь вам необходима пуговка. То есть сейчас я провязываю вот эту петельку и предыдущую петельку закрываю. Хорошо подтянули тут все, одну петлю мы закрыли. Представим, допустим, нам надо, ну, 3, может, 4 петельки закрыть. Вот вторая петля, да, с моей пряжи, конечно, тут будет, ну, давайте 3 я закрою. И еще одна изнаночная. 3 петли закрою, чтобы совсем уж тут дыра огромная не получилась. Видите, уже как тут. Все, 3 петли я закрыла. Вяжу этот ряд до конца. Ну, то есть, если у вас будет не одна пуговка, значит, вы вяжете до того места, на котором будет еще одна петля. Ну, давайте я тоже сделаю, например, вот здесь вот лицевая. Закрываю изнаночная. Тоже закрываю и лицевая. Закрываю. Все, вот тут 3 и тут 3. Довязываю этот ряд до конца. У меня это всего лишь образец. У вас будет большая планка. То есть, смотрите, там, где у вас будут пуговки, то есть в тех местах, где нужны петли, поставьте какие-то маркеры для того, чтобы не заблудиться и не провязать что-нибудь лишнее, а потом распускать. Так, вяжем. Следующий ряд, это у нас изнаночный ряд, точно так же он вяжется у меня резинкой 1х1, видно хоть вам там или нет, я в камеру что-то не смотрю. Так, лицевая, изнаночная, так, и здесь у меня закрыто 3 петли, значит, я сейчас набираю 3 петли, так, запух у меня тут все цепляется, вторая, потуже их набирайте. Третье. И вяжу дальше петли. Изнаночная. То есть тут у меня была изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Это изнаночная. Все правильно. Лицевая, изнаночная. Это у меня лицевая. Здесь изнаночная, лицевая, изнаночная. То есть 3 петли набрала. Снова лицевая. Ну, то есть здесь проконтролируйте себя, чтобы правильно у вас не сместилась тут резинка. Чтобы все петли были на своих местах. Так, дальше. Теперь вяжем лицевой ряд. Доходим до петель, которые мы набирали. Лицевая. Изнаночная. Вот здесь, смотрите, вот эти вот, так, лицевая, изнаночная. Видите, пряжа у меня не пружинищая, то есть такая, которая не будет ни в каком случае, ни при каком раскладе держать резинку. Поэтому я и петли тут не делала. Так, изнаночная, лицевая и так далее. Вот она получилась, наша петля. Но у меня вот эти вот набранные петли, они немножко здесь подвытянулись.
Вот. Но на самом деле, если у вас будет пряжа, которая хорошо держит резинку, здесь должно получиться все плотненько и красиво. Дальше у меня идет изнаночная лицевая. Здесь начинаю с изнаночной. Видите, вот эти вот перетяжки, раз пряжа не пружинит, они остаются висящими. Надо было другую пряжу взять, показывать. Так, это лицевая. Тут постараться надо их просто подвытянуть в петлю куда-то. И изнаночная. И изнаночная. Ну все, я провязала все петельки. Так, дальше лицевая. Изнаночная. Петельки, которые у меня здесь были набраны, да. Сейчас провяжу еще пару рядочков, чтобы вам было более понятно, что у нас получилось, и вернусь к вам. Ну вот, девчонки, представим, что это у нас кардиган, к нему привязана планка. Вот так примерно это все будет выглядеть. То есть, в принципе, здесь петельки должны вот так подсобраться, да, резиночкой. Если у вас будет пряжа, которая держит резинку, все будет на своих местах. Все получится чики-пуки. И если мы хотим сюда завести более-менее большую пуговку, смотрите, как она хорошо растягивается. То есть, пуговка сюда получится побольше, она прикроет эту петельку, и все будет у нас замечательно. То есть вот таким образом можно вязать петельки. Также можно вязать петли для пуговиц теми способами, которые знаете вы. Как всегда, экспериментируем. И о том, вот, что у меня пряжа не совсем подходит для вязания петель, да, скажу снова, повторюсь, так сказать, обязательно все какие-то детали, которые будут в вашем изделии, провязывайте на образцах. И уже после этого, когда вы увидели, что это хорошо, красиво смотрится из вашей пряжи, только после этого принимайте решение, что такая деталь в вашем изделии имеет место быть. Ну, а у меня на этом все. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Приятных всем рукодельных вечеров!